Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Сегодня в этом видео поделюсь продвижением процесса над наволочкой для подушки и, естественно, будущим пледом. Осваиваю узор. Вот этот интересный, красивый. И еще будут в этом видео огородные дела. Вы мне там прислали комментарий, что как-то давно мы не были у вас в огороде. Вот я вас сегодня после вязальных дел приглашаю прогуляться по огороду, показать, что у меня уже выросло и растет дальше. Итак, друзья, в прошлом видео я анонсировала новый проект, который спонсорский проект. Я жду пряжу из мира вышивки. Она уже, поделюсь секретиком, уже пришла. Может быть, даже сегодня я схожу ее получу. Ну, а пока я ожидала пряжу. Кстати, пряжа Кабле Семеновской фабрики, 100% хлопок. Я не сидела сложа руки, вязала вот этот мотив, и связалась уже одна половинка наволочки на подушку. Надеюсь, что и эта наволочка будет также гармонировать с будущим пледом. Приезжал Лёшек, привез мне много пряжи, которая у меня была, и там кое-какие вещи. И вот еще привез вот такой, не знаю, что это, ну, наверное, плотный сатин для наперников. Вот из него я пошью наволочку для подушки, чтобы потом одеть еще вязаную наволочку. Посмотрите, какая красота получается. Да, друзья, к сожалению, сейчас YouTube не показывает вкладку в сообщество. Вернее, она есть. Записи там почитать можно, но нельзя посмотреть картинки или фотографии. К сожалению, не знаю, когда это закончится. Я не знала, кстати, об этом. Ну, есть вкладка и есть. А вы мне стали писать, что из этой вкладки пропали все фотографии. А я вам там сказала, что оставлю схему узора вот этого мотива во вкладке в сообщество. Да, друзья, сейчас невозможно это оставить, сделать. То есть запись есть, если только делать, ну, как бы текстовую схему, то есть описание каждого ряда. Но я не люблю это делать. Лучше я потом, когда мы будем, получу пряжу из мира вышивки, мы разберем с вами эту схему, и я поделюсь своим опытом, как я вязала. Причем вот эти все четыре мотива связаны по-разному. Я имею в виду место соединения петель, поднятие на следующий ряд здесь разное. Конечно же, так вот сразу и не увидишь разницу, да, и зачем ее рассматривать. Может быть, еще придумаю один метод соединения, но, в общем, это в том видео, когда я получу пряжу, и будет подробный разбор схемы попетельного, вот прям попетельного мастер-класса я не планирую делать, но основные моменты я вам все подскажу и расскажу. Может быть, какой-то сложный момент покажу в кадре. Вот такие у меня планы. Значит, я нашла вот эту пряжу, из которой вязала эту наволочку. Кстати, здесь спонсором был магазин Yarn 21. Вот так называется эта пряжа. Alizea Solebe. Вот я так прочитала. Здесь 100% акрил, то есть полиэстер и акрил. Вот 80% акрил, 10% полиэстер, по 5 там, ну, я думаю, что это вот эта вот блестящая пряжа метанит и пайетки. Для сумок, для пледов, каких-то покрывал идеальная пряжа. Конечно бы я из нее не вязала там какие-то кофточки, ну, потому что не люблю акрил. А вообще, конечно, может быть, даже и такие вещи
смотрелись бы неплохо. Спицами, думаю, что тоже хорошо бы это все смотрелось. Вот у меня есть второй моточек. Значит, что по вот этому узору? А, не сказала я метраж. По-моему, 410 метров. Да, 410 метров в 100 граммах. Вот в этой пряже. Вязала я крючком четверка. Сейчас покажу. Вот кловер. Значит, мотив приблизительно где-то квадратик 20 сантиметров на 20. То есть, вот получается подушечка 40 на 40. Значит, соединяла я здесь столбиками без накида, крючком сшивала. И сделала этот шов с изнаночной стороны. Конечно, можно было бы этот шов сделать по лицу, и тогда у вас получался бы вот такой рубчик. Если вам нравится так, можно сделать и, конечно же, так. Но мне больше понравилось, когда этот шов по изнанке. Смотрите, этот мотив даже с изнанки тоже смотрится неплохо. По изнанке, когда этот шов, этот рубчик, видите, здесь получается вот такой теневой узор. То есть при соединении мы получаем в центре еще один вот такой теневой узорчик. В общем, вяжется легко, мне нравится. Это лицевая сторона этой наволочки. Я уже приступила к вязанию следующей стороны и нашла вот такой мотивчик. Я думаю, что он очень созвучен вот с этим мотивом кукурузка. Сейчас вот так вот прислоню, притулю. Вот здесь вот эти кукурузки, а здесь просто вот такие, ну не знаю, кисточки, листики. Вот, и обычные столбики, патентный столбик с одним накидом. Пробовала вязать просто столбиком с одним накидом. Друзья, для толстой пряжи не подходит. Вот, поэтому здесь патентный столбик с одним накидом. Очень простой узор, очень классно смотрится вот такая мельница. Это будет вторая сторона этой наволочки. И вяжу я эту сторону вот из такой пряжи. Она меня покорила. Тоже спонсором был магазин Yarn 21. Димочка, громаднейшее благодарю. Это пряжа Elegance от Yarn Art. Здесь 100% хлопок. Вот этот колор 120. И 50 грамм 130 метров. Вот 88 это хлопок. Но остальное это вот метанитовая ниточка люрексовая, которая вот здесь присутствует. Очень мягкая пряжа. Мы с вами вязали образец и спицами. Сейчас я вам тоже его покажу, напомню. Я его нашла. Леша привез мне пряжу, и там был этот образец. Кого заинтересовала пряжа, зайдите в магазин Yarn 21 и посмотрите. Вот очень тоже красивый узор из этой пряжи. Вот такие вот веточки, листики. Полуажурный, я бы сказала. Ну вот не совсем дырчатый. Я люблю такие узоры, так скажем. Ну, можно носить на один бюстгальтер безо всяких подкладов. Очень красиво смотрится. Пряжа мягенькая. Вот это вам спицы, а это вам крючок. Здесь в крючке я взяла для более жесткой, но все-таки это наволочка, чтобы она немного держала форму, здесь крючок троечка. Я не знаю, что здесь рекомендует производитель. Сейчас мы с вами посмотрим. Ой, плохо фокусируется. И очки я не одела. По-моему, четверка рекомендуется крючок. Да. Что-то с телефоном стало плохо фокус. И без очков тоже не вижу. Ну надо же, а. Сходила за очками. Крючок в этой пряже 4 мм рекомендуют. И спицы тоже 4 мм. Но спицами я вязала, по-моему, размер меньше. Вот этот узор. Как бы не 3,5 или 3 даже.
Вот, так что пряжа мне это тоже нравится. Почему стала вязать из этой пряжи? Потому что вот этой пряжи Ализе мне не хватает на две наволочки. Мне очень хочется связать, чтобы был комплект из двух наволочек, поэтому лицевая сторона подушки будет вот из этой пряжи Ализе, а изнаночная сторона, вторая сторона, будет вот из этой пряжи хлопок Элеганс. Очень классная пряжа. Мы еще с вами вязали из нее маечку. Сейчас тоже вам достану, покажу, напомню. Вот она, эта маечка цвета морской волны, спицами. Узор тоже, по-моему, есть подробный мастер-класс сеточки, вот этой сеточки, обычная, с разрезами, вырез лодочка, скошенное плечо, и вязалась она, видите, без швов. В общем, вот такая вот майка. Тоже пряжа Элеганс, но только вот такого другого оттенка. Вот такие у меня вязальные новости. Кому понравилась вот эта пряжа Элеганс, да, и вот эта Ализе, пожалуйста, пройдите в магазин Yarn 21. Там очень хорошие, привлекательные цены. Ну, а я продолжаю свой влог. Сейчас покажу, что еще привез Лешек. Привез вот такой подоконник, который будет служить здесь столешнице, вот в этом шкафу, который мы собрали из старой кухни. Здесь она была, в этом доме, при покупке. Помните, что я перекрашивала фронтальные панели этой кухни, покупала вот эти новые ручки сюда, и кухня была переделана. И сейчас она как бы находится вот здесь, в рабочем кабинете. Вот так. Работает кондиционер. Очень-очень жарко у нас на улице. Прям дома рай Божий. Так что вот тоже вам одна идейка. Можно из подоконника. Лешек вез этот подоконник из Москвы. Покупал в Леруа Мерлен. Еще купил три подоконника Анечки в квартиру, там нужно будет заменить старые. Ну, в общем, имейте в виду, что из подоконника можно сделать вот такую столешницу. И посмотрите, сейчас эта тумбочка переделана, это шкафы навесные, очень классно стало смотреться. Я не буду обрабатывать ее краской, а скорее всего обработаю бесцветным лаком. Уж очень мне нравится вот это натуральное дерево. То ли 1200 что-то такое стоит вот этот подоконник. Там есть разная толщина. Здесь, по-моему, четверочка. Разная ширина и тоже разная длина. Этот 1,30 м, есть 1,50 м. По-моему, есть даже больше. Это в Леруа Мерлен. Еще хочу вам показать, давно уже приделала я вот эту вот полочку дополнительную в новую кухню, а полочка со старой кухни. Вот как раз полка оттуда, где я вам сейчас показывала вот этот новый шкаф со столешницей. Там был шкаф навесной с вот этой сушилкой, но поскольку мы купили новую кухню, но вот эта полочка, смотрите, как пригодилась. То есть в новой кухне было всего в сушилке одна полка. То есть одна для чашек, одна для тарелок. И я вот самостоятельно вот здесь вот на саморезы прикрутила вот эту полочку. Сейчас там живут у нас крышки, которые всегда занимают место и всегда не знаешь, куда их девать. Это я к чему вам говорю, что никогда не выбрасывайте вот такие вещи, они могут вам пригодиться. Вот как будто эта полка здесь и была. Ну, а теперь давайте пройдем в огород,
покажу я вам мой урожай. Вот, что уже выросло, что растет. Помните вот эти помидоры, которые я убрала из теплицы, потому что было сильное загущение. Все они выжили. Даже здесь есть уже помидорчики. Конечно, они долго болели, но это лучше, чем ничего бы не выросло в теплице с таким загущением. И это лучше, если бы я их просто выкинула. Посмотрите. Посмотрите. Вот урожай. Все это вырастет. Сливки здесь очень много. Вот цвести еще будет. Это вот цветочки все еще не цвело. Так что помидорчики выжили. Выжили и растут. Уже стало завязываться, крутиться головки капусты. Капуста шикарная. Поливаю я ее часто. Капуста любит воду. Теперь, внимание, посмотрите, какой у меня лук. Вы говорили, что у меня не будет репки, потому что я собирала два раза перья этого лука. Ну вот, посмотрите. И это еще он будет расти, этот лук. Вы видите, какие здесь уже головки. Так что я сделала вывод, что лук можно собирать. Вот, посмотрите. Вот это там, где я срывала. Вот сорванный, он поотрастал. Вот срывала. Но я срывала ниже, это все отросло. Вот сорванный. Да много, вы видели, сколько я лука собрала. 10 килограмм зелени. Можно было бы еще собрать, но запасы в зиму уже есть. Поэтому пусть растет теперь на репку. Теперь вам покажу, как я огурчики, которые тоже выжили вот там возле забора, которые были очень плохие. Я думала, что ничего из них не получится. Вот сегодня я сделала вот такой навес, потому что фундамент забора каменный, и он очень греется на солнце. Это получается, солнце там целый день практически. После 11 там солнце и до самого вечера пока не сядет. Вот, поэтому огурчикам там было не очень хорошо. Стена греется кирпичная, как утюг. И им было очень-очень жарко. Вот смотрите, что я придумала. Во-первых, там уже тоже есть шпалера, которую я натянула. Вот видите, чтобы они плелись. И посмотрите, какие уже здесь огурчики. Мои хорошие, вы выжили. Там уже есть огурцы, я приближать не буду, но поверьте мне, там уже много-много огурчиков. Один уже такой с пальчик, и цветут обильно. И вот я прибила здесь, вбила два колышка. На колышке набила вот здесь гвоздики, чтобы зацепить вот эту сетку. Сетка вот так вот лежит на двух этих колышках. И огурчикам не жарко. Они там растут. Ну, а эти кусты цукини, смотрите, ой, у меня аж слюнки текут. Вон он уже какой, скоро сорву. Цукини все-таки вкуснее, чем обычный кабачок. У меня таких два куста. Вот еще. Сейчас вот это уберу. Цвет мощный, красивый. Ну, а там просто кабачки. И тоже очень много уже навязалось. Один уже прям вот большой. Уже даже можно его сорвать и пожарить оладушки с кабачками. Вон он. Прям как кабанчик лежит. Вот. Эти мощные. Этим ничего как бы не, ну, не страшны. Такие солнечные лучи. А огурчикам, конечно же, в тени намного-намного лучше. Вот. Вот так я сделала им тень. Клубничку тоже поливаю, чтобы она на следующий год дала больше урожая, не посохла. Да, посмотрите, сколько... Она даже не увидела. Щерица выросла. Посмотрите, сколько здесь
навязалась помидор. И вот, друзья, сейчас хочу вам наглядно показать. Вы мне там говорили, что пора пасынковать помидоры, надо убирать пасынки. А я вам отвечала, что, живя на Украине, мы никогда эти пасынки не убирали. И вот, посмотрите, вот лежит пасынок. Это точно пасынок. Вот я вам специально покажу самый нижний стебель от главного стебля. Посмотрите, сколько на этом пасынке помидор. Вы посмотрите только. Посмотрите, раз, два, три, четыре. Здесь вот целая ветка. И вот еще сколько цвета, сколько здесь еще будет помидор. Этот пасынок даст очень большой урожай. Так что, друзья, слушайте, конечно, информация разная. Сейчас информации перебор, ее много. Но я вам советую все-таки фильтровать информацию. Вон, пчелки трудятся. Очень много завязи помидор. Очень много. Посмотрите. Вы только посмотрите, сколько здесь будет томатного сока, сколько здесь будет различных рецептов помидорчиков, сколько можно сделать аджики. Огород уже кормит, уже я вырываю огурцы, лучок, Лешек, Анечка. Вот вчера Лешек уезжает, я говорю, давай я тебе лука зеленый. Не, не надо, говорю, ну почему не надо? Пусть будет. Я говорю, да его столько, его нужно сейчас кушать. В общем, лучок свой, укропчик свой, огурчики свои. Теперь вот кабачки. Да, можно жить. Морковка уже, посмотрите, какая. Морковку тоже я поливаю. Вон ее даже видно. Вот она, смотрите. Уже можно вырвать и даже сварить суп. Чеснок очень крупный. Вчера тоже вырывала и в салат, и Лешику головочку. Но Лешек опять скоро приедет. Я говорю, головки тебе пока хватит. Посмотрите, сколько выросло перца. Вы только посмотрите. Уже большой перчик висит. И его здесь очень-очень много. Одну сторону я вот так затеняю по поводу тени на перец. Перец тоже нужно вовремя открыть. Он долгое время сидел у меня вообще закрытый на две стороны, но потом я почувствовала, что нужно одну сторону открыть. И вот самое пекло с той стороны солнца, я вот эту сторону закрыла, чтобы здесь его немножко притянить. Вот посмотрите, какие перцы выросли. Не знаю, попадет вам в кадр. На улице солнечно, я не вижу, что я снимаю. Жду, когда покраснеет. Там вон третий ярус пошел, будет четвертый ярус перца. Смотрите, какой у меня уже перчик. Вот. Так что свой огород без пестицидов и всякой химии — это большое подспорье. Кстати, свекла тоже поливаю. Тоже хватит. Плохо, конечно, взошла, но хватит. Вот. Огурчики и динозавр уже тоже. Уже вы видите как. Вот. Раз. И схватился. Вот уже он никуда не денется, ветром его не загоняет. Но иногда нужно и помогать им вот так вот помогать и направлять, чтобы им было легче плестись. Вот тоже огурчики, все растет. Очень много паслена. Я попробовала варенье из паслена, мне не понравилось. А вот Анечке и Лешику очень-очень понравилось варенье из паслена. Так что буду делать, буду варить. Видите, как я поделала луночки для смородинка. Вот. Даже крыжовник. Друзья, крыжовник, я думала, колючка, зачем поливать?
начал сохнуть. И вот как только я стала его поливать, он пошел весь расти. Здесь даже есть ягодки. Посмотрите. Вот только весной посадила, а уже даже есть немножко, но ягодки есть. Вот. Так что всему нужна водичка. И он сразу ожил и пошел расти, меня благодарить. Вот, вот эти вот два куста вообще засыхали, но отошли. Отошли. Вот, везде поделала я такие луночки, чтобы вода попадала, вот не разливалась, потому что огород у нас неровный, с покатом, чтобы водичка вся была под корень. И вот, хвастаюсь, все-таки взошел у меня один арбузик. Вот здесь скоро уже будет цвести. Хоть один арбузик, да, вырастет. Плохо взошли арбузы в этом году, но один все же уцелел. Вот опять те же помидоры из теплицы. Когда я прорежала теплицу, теперь ошибку я такую на следующий год больше не сделаю. В теплице расстояние между лунками должно быть не менее 60 сантиметров. В открытом грунте можно 40. Вот. И вот они все выжили. Даже есть помидорчики. Да, переболели. Да, было им тяжело. Но зато здесь будут помидорчики. А в теплице ни одного помидора не было. Пока не проредила. Вот кабачки. Это обычный. Цукини у меня всего два куста. Малинка. Посмотрите на эту малинку. Вы посмотрите, сколько здесь ягод. И это я ее в этом году только посадила. Вот уже. Моя ты хорошая. Какая сладкая. Обалдеть. Спасибо тебе, дорогая. Малина, видимо, хороший сорт. Это та малина, которую я думала, что она моя. А это, оказывается, вот от тех соседей, от Насти и Димы, перекочевала к нам. Я вот ее рассадила. Тоже поливаю. Видите, все мокрое. Сегодня утром поливала. Вчера вечером лень было. Но вчера тучи ходили. Думала, дождик пойдет. В Кривополяне шел дождь, и молния сверкала. А у нас ни капли, ни капли. Вот посмотрите, сколько здесь у меня кабачков. Посчитайте их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вот таких кабанчиков. Шесть. Вот еще немножко. Вот этот вообще уже можно сорвать. Завтра сорву, пожарю с чесночком, с майонезом. Какая прелесть. И все равно, друзья, свои овощи и фрукты это не то, что вы покупаете в магазине, на рынке. Это все намного лучше. Вот еще те помидорчики, которые из теплицы. Тоже переболели, но есть помидорчики. Они еще будут цвести, и тоже здесь будет много. А так бы не было бы ничего. Вот. Да, друзья, развалили мы туалет. И вот как я этим туалетом, досками, замульчировала вот эту вот яблоньку. Так держится влага там больше, солнце не сушит землю. И яблоньки хорошо. Моя ты радость, какая же хорошая, а? Ой, вот новые веточки. Так что вот вам еще одна идея. Вот тоже цукини. Здесь тоже много. Вон, видите, цукини все-таки вкуснее. Он прям как грибочки. Вот, а дальше тыквы. Конечно, я больше не буду так рядом сажать тыквы и кабачки. Это моя ошибка. Но, друзья, все познается с опытом. Посмотрим, какие будут тыквы. Может быть, со вкусом кабачков, а может быть, кабачки со вкусом тыквы. Это я вам все потом расскажу. Ну, а сейчас уже, конечно, что делать? Уже все посажено. И вот груша тоже замульчирована досками со старого туалета. Тоже все, друзья,
поливается. Вот она уже пустила вон сколько. Сколько пустила этих. Была просто палка. Вон сколько веточек. Потому что поливается, друзья. Поливайте ваши растения. Любите природу. И она вам, конечно же, отблагодарит. Вон куда пустила тыква свои усики. Вот. Все, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я думаю, что вам было интересно. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И очень до скорых встреч. Скоро придет посылочка. Я надеюсь, я свяжу образец из новой пряжи кабле из мира вышивки. И мы будем с вами приступим разбирать схему узора и вязать плед. Все, обняла. Пока-пока. С вами была Елена Ситникова.